Сегодня 25 июля, вторник, мы у магазина «Авоська» около Котового рынка. История с серым кобельком закончилась плохо. Вчера был отстрел детелином в этом районе. Убили две собаки, которые кормятся у Колкотового рынка. Серого кобелька и пятнистую. Пятнашка, кажется. Обратился к женщине, которая защищает собак, но не хочет с нами сотрудничать. Не дает собаку увести, посадить на цепь новым хозяевам. Просто не доверяет. Не потому, что она не хочет, чтобы она сидела на цепи. Я не знаю, почему. Ну так, резко не доверяет просто. Говорит, вы их убиваете. И вот в результате того, что мы не договорились в тот раз, я не смог собаку увезти, она застрелена. Поэтому хочется обратиться ко всем, кто называет себя зоозащитниками. Просто ваше нежелание того, чтобы собак стреляли, просто ваше категорическое заявление о том, что вы против отстрела собак, не приносит пользы. Собак нужно стерилизовать, чтобы их было меньше, чтобы они не собирались в стаи, чтобы они не беспокоили людей. Собак, которые особо рьяно набрасываются на велосипедистов, на детей, в шутку, не в шутку, люди пугаются. Этих собак нужно сажать на цепь. Нужно пристраивать, их свободу нужно ограничивать. Как бы нам это ни было неприятно, нужно идти на компромисс. Поэтому у меня такое вот обращение, просьба к тем, кто считает себя любителями собак. Они, может, даже быть слова такого зоозащитники не знают. Но по городу, наверное, половина города собак любит, кормит их и игнорирует проблему других людей, которые собак боятся. Нельзя игнорировать проблему, потому что собаки будут убиты, люди будут укушены, собаки будут убиты. Нужно идти на компромисс, нужно решать вопрос так, чтобы удовлетворить людей, которые, да, вот им не нравится, они не хотят никаких отношений с собаками иметь, не хотят подкармливать их, не хотят с ними знакомиться, не хотят своих детей обучать общаться с неизвестными, незнакомыми собаками. Не хотят. Они просто хотят спокойно ходить по улицам города. Нужно учитывать интересы этих людей. Нужно идти навстречу и решать вопрос. Просто отрицательные эмоции, обвинение людей, как вот говорят, люди сами виноваты. Виноваты люди или не виноваты, если мы не договоримся с этими людьми, собаки будут убиты. Поэтому, пожалуйста, зоозащитники, поменьше агрессии, поменьше проклятий в адрес людей, побольше шагов навстречу тем людям, которые страдают из-за собак или просто боятся собак. Надеюсь на ваше понимание. Спасибо.